Демоны, это круто. Болт остается тут? Будет смотреть за резидентом. Кажу в основную сеть Кампеки. Можешь выйти из системы. Así es como se hace. Ну ты как? Ничего, голова кружится просто. Бак, сколько у тебя это займет? Ты здесь, Бак? Да, да, я здесь. Короче, слушайте, лед толще, чем я ожидала. Пробивать придется пару часов. Пару часов? А быстрее никак нельзя. Хочешь, чтобы у меня мозг расплавился? Сиди, наслаждайся своим шикарным номером. Спасибо, так и сделаю. Ви, у нас передышка. Отдохни пока. Как думаешь, почему он отказался? А? Кто от чего отказался? Яринобу Арасака. От хорошей жизни. Это давно было, конечно. Просто подумалось. Как вообще так? У тебя все есть. Деньги, образование. Твой папа может щелкнуть пальцами и полмира превратиться в ядерную пустыню. И ты такой типа, да ну нахер. И все это бросаешь. Чтобы собрать банду. Стальные драконы, блин. Ты посылаешь семью. Одеваешься в кожу и пару лет играешь в крестного отца. Зачем? Да кого это ебет? Почему мы разговариваем про богатых уродов и их прихоти? Ты-то представь. Я Юринобу Арасака. Кто хочет ко мне в банду? Этого позера, наверное, сразу послали. И название-то какое? Стальные драконы! Сборище мамкиных гангстеров, блять. Сначала мальчику надоело быть богатым, потом быть бандитом. Ха, турист несчастный. Помяни черта, он только что зашел в отель. И мы снова в игре. Сигналка в пентхаусе отключена. Перфекто! Шоу начинается. Эй, Бак, вот это... Че, все время была на связи? 3,5 часа. Слушай, насчет воебонов. Чьих воебонов? Прости, я не так выразился. Знаю. Но заслужи мое прощение. Притихли-то. Тогда это... анекдот хотите? Что? Ты серьезно? Да ладно. Вот, слушайте. Что говорят киберсвиньи? Они говорят хром-хром. Смешно, да? Боже правый. О, неплохо быть наследником самого императора. Уж всяко лучше, блядь, чем сыном Рауля Уэллса. Ребята, внимание! Сейф! Только быстро! Эй, а что за спешка? Юринобу куда-то исчез. Да, растворился в воздухе. Он в какой-то мертвой зоне. Сейчас я его найду. А вы давайте работайте. Ясно. Теперь ты, Бак. Да, сейчас. Нам кто-то летит. Бак. Не знаю, кто это, но на ноги подняли весь персонал. Человек 200, не меньше. Не нравится мне это. Ты должен...
долго еще идти? Черт, Йоринобу идет в пентхаус. Нахуй его! Открывай сейф! Почти готово. Есть! Круто! Дай-ка я посмотрю. Чип в порядке? Целостность биочипа 100%. Думаю, да. Все, уходим. Стоп, нельзя. Йоринобу сейчас войдет. Прячьтесь. Где? Большая колонна, туда. Да ты, блядь, шутишь? Нет, полезайте в нее. Мы успели. Проблему это не решило, Ти. Я в курсе, что проблема не решилась. Дайте мне подумать. Impossible. Это что, Адам Смэша? Охранник. Хуже. Легенда Найт-Сити. И репутация у него так себе. Что делаем? Ждем. Они уже здесь? Идут к вам с посадочной площадки. О ком они, блядь, говорят? Бак, кого там несет? О, нет. Только не это. Не может быть. Сабура Арасака? Император? Еще одна ебучая легенда. Вряд ли тут есть звукоизоляция. Куби вот скуманэ де куре тейта даро. Мьерде. Азушите уже. Арасака-сама. Пронесло. Не говори. Если бы он нас увидел... Он не увидел. Помолчи, окей? Просто охуеть не встать. Сабура Арасака. Атасина изганай то дему умуттану. Сомо-сомо оре но кото о кини шита кото нанка най даро. Анта но мондай тен мо соко да. Сека ва дзивен чушин ни мауваттеру то умуттеру. Гома да ро. Йоринобу. Дождь, какое? Джики-джики не оре нику тучеку аджавасе. Тачима омой ширасеру тамека! Дэру куя утареру то, ёку ю даро. Джибун но котоба джа нанимо енай но ка? Кисама косо джибун га нани о сио то шита ка вакатте иру но ка? Ватаси тачи но косеки о ябанжин ни ватасе надо. Ватаси тачи но мирай о. オレたちの未来。オレたち。何かの間違いだろう。あんたは自分のことしか考えてない。そしてこの会社のことしか。いつかこのような日が来ることは分かっていた。貴様はついに超えて
вообще творится? Юринобу придушил Сабуна. Что? Вот, блять, собственного папашу. Ну что тут скажешь? Сейчас будет не продохнуть от охраны. Ёб твою мать, это пиздец. Бак, вытаскивай нас отсюда, быстро! Секунду. Нет у нас секунды. Сука! Да, есть кое-что. Давайте в окно. Открываю. Там есть лестница. Лестница. О, нет. Нет, 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 вашу мать! Меня нашли! Бак! Диос Санто Бендито! Ты больше нет! Блять! Высшая лига, да? Доволен, Джеки? Нормально, Джеки. Просто не смотри вниз. Бля, как высоко-то. Бля, это травма? Если они за Сабуру, то уже поздновато. Надеюсь, нас они не видели. Тинка-то-мата! Сидите и продукты их умолился. Еще бы немного. Его пробили. О, Мадрес. О, это херово. Джеки, ты ранен. Забей пока на меня. Проверь чип. Разгерметизация. Целостность чипа 94%. Он разрушается. Караху. Звони, Паркер! Быстро! Чтобы рассказать про наш проёб? Звони давай! Ви, камбэки по всем каналам. Что там у вас творится? Есть проблема. Криокис повреждён. Целостность чипа. Джеки! 86! 86% и падает! Чёрт! Так, слушай внимательно. Вы можете сделать только одно. Кому-то из вас надо вставить чип в нейроразъем. Мне кажется, это опасно. Чем дольше ждешь, тем больше риск все просрать. Но раз нет другого выхода... En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Джеки, ты как? Не знаю. Вроде бы ничего не поменялось. Когда вернетесь, мы вынем чип, просканируем и очистим мозг. Но сначала вы должны выбраться оттуда. Мы работаем над этим. Дэл, мы будем через пару минут. Приготовься. Ясно? Разумеется, мистер Уэллс. Смотри, у меня, бля... Нам надо как-то дойти до фойе, оттуда спуститься на парковку. И лучше бы быстрее. О, Россия. Класс. Теперь уходим отсюда. Обходим этаж. Чисто. Принял. Мадрес, не высовывайся. Здесь тоже все чисто. Спустимся вниз. Спецназ? Они в фойе. Скоро начнут прочесывать этажи.
Нет, нет, только не... Быстро, быстро! Получилось, Джек! Да, вроде того. По данным сканирования, мистер Уэллс находится в критическом состоянии. Критическом? Что это значит? Разорвана наружная подвздошная артерия. Мистер Уэллс страдает от внутреннего кровотечения. Советую поддерживать мистера Уэллса в сознании. Все будет нормально.
Увидишься с Мисти, с мамой, со всеми своими. Джеки, не закрывай глаза! Мисти, она знала. Она все знала. Хотел бы быть со своей семьей. Ближайшим родственником мистера Уэллса является Гвадалупе Алехандро Уэллс, владелица бара «Эль Койота Кохо». Я доставлю его тело в целости. Мистер Дешон ожидает вас в номере 204. До встречи в высшей лиге, Джеки.